Всем привет! Сегодня влог. Сейчас я пойду в магазин. У нас на улице сейчас тепло. Где-то около 20 градусов тепла. Представляете себе? Солнышко светит, тучки есть, но, в общем-то, тепло. В общем, я уже в такой достаточно легкой одежде. У меня толстовочка просто, внизу небольшой джемперочек. Вот. Я сейчас напялю кроссовки и пойду в магазин. Там по дороге, может, что-то поболтаю. У кота просто наступает счастье, когда я его выпускаю погулять в подъезд. Увидит, что я сейчас за ним пойду, и он будет убегать от меня. Куся. Ну-ка, домой. Куся. Блин. Я чуть не упала. В общем, девчонки, на улице очень-очень тепло. Вот я иду. Вообще офигенно. Мне еще надо вынести пакетик с мусором. Ненавижу ходить с мусором по улице. Но ничего не остается. Блин, офигенно. Офигенно, что тепло. Дети кругом катаются на великах. Но все, на чем не попадя. Потому что весна, уже все, уже лето скоро. Многие уже, я видела, ходят в балетках. Тут же бывает, люди ходят еще в зимних спалах. То есть такой контраст получается. В общем, пошла я в магазин, не знаю даже, что купить. Надо что-то купить, покушать. А что я хочу, я не знаю. Я не голодная, поэтому мне сейчас что-то как-то ничего особо не хочется. Поэтому не знаю, что купить в магазине. Вы не представляете, как долго я ждала, когда распустится вот эта зеленая травка появится. И вот она наконец-то появилась. Так приятно посмотреть. Скоро почки на деревьях распустятся. Вообще офигенно будет. А еще скоро я поеду домой, на свою родину. На недельку. Побуду там к папе с мамой. В свой Архангельск, в свой Родвинск. Там мы с девочкой, с подписчицей, с Мариной встретимся. Расскажу ей много интересного про YouTube, потому что она сама ведет свой канал. Ей будет интересно узнать, как там, что, какие-то фишки. Переключила на переднюю камеру, потому что там вам не особо, наверное, интересно, да и трясет сильно. Я в последнее время как-то обожаю ездить на поездах, но я и раньше любила. Так хорошо, если еще соседи нормальные попадаются, ну, спокойные, там не шумят. Ну вот, едешь, успеваешь отдохнуть, обмозговать все. Вот я сходила в магазин, смотрите, какую здоровую картоху я купила. Вот одна картошина, она больше размером, чем моя рука. Представляете? Вот три таких картошины, не знаю, килограмма на полтора у меня где-то вышли. Офигенно. Еще решила купить себе вот такая штука по болтушке, арахис жареный в скорлупе. Я ни разу не пробовала, точнее пробовала только в самом детстве и давно уже такого не ела. Ну и, собственно, семечки, кстати, вот эти семечки очень-очень-очень вкусные оказались, лучше, чем любые бабкины семечки. Бабкины раньше были вкусные, сейчас как-то испортились. Вот. В общем, все для того, чтобы весело провести время, погрызть, поболтать, еще и прянички, сейчас же часть пряников будет. На улице было довольно-таки тепло, пока не наплыла вот такая большая туча. В принципе, и сейчас тепло, но пошел очень-очень сильный ветер. Да, у меня уже дообработалось видео, посылочка от Марины. Скоро я его буду выкладывать, скорее всего, выложу сегодня на свой канал. И это было все. Спасибо вам за то, что были со мной. Спасибо, что смотрите мой канал. Всем большое спасибо. Всем привет. Маша сидит на улице. Сижу, знаете где? Как в детстве, на трубах. Вот так вот, с рюкзачком. Такая вот Маша. А, так тепло, так солнце пригревает. Воздух, конечно, прохладный. Сейчас, наверное, градусов 15. И в кроссовках. Кстати, постирала свои кроссовочки. Видите вы их, не видите? Вот они. Теперь хожу, хоть чистенькая, приятненькая, опрятненькая. У меня на канале скоро намечается конкурс. Я буду разыгрывать очень-очень классный приз. Это система по уходу за проблемной кожей лица. Мне, в общем, прислали эту систему для пробы из Австралии. А, как известно, в Австралии самые-самые высокие стандарты изготовления разных средств, вот таких вот. Там у меня будет целый набор, который я буду разыгрывать, он стоит недешево. Вот. И в набор входят две упаковки больших витамин, и они помогают поддерживать типа молодость кожи, вот, волосы, естественно, ногти, и, ну, и все это сказывается на организме. Плюс, кроме вот этих двух упаковок большущих банок, с этими минеральными таблетками, еще три средства по уходу за кожей, такие как умывалка пенка. Вот, я уже пользовалась, кстати, ничего, такая нормальная. Вот, пахнет витаминками. Слушайте, я сегодня тут загорю, у меня так солнце палит, вообще так классно.
Маска для лица, офигенная маска. И третье средство – это крем для лица, который я использую. Он помогает смягчить кожу. Общая стоимость этих средств на сайте была заявлена около $170. Я этот конкурс начну проводить именно тогда, когда мне пришлют вторую партию. Вот. Чтобы лишний раз вас не обманывать, я вот просто рассказала о конкурсе. А потом, когда уже буду проводить конкурс, я вам конкретно покажу эти все продукты. Как же тут хорошо, неохота выходить. Надеваем грузачок. Я себя чувствую, знаете, как будто бы мне лет 14. Я так пошла по трубам, побегала, как раньше в школьные времена. В общем, так здорово. Блин, как классно. Я обожаю весну. Блин, я прям вышла на улицу погулять, так настроение поднялось. Пока вот я гуляю среди зелени, среди этого всего. Вообще здорово просто. Какие запахи весенние. Ладно, у нас тут село небольшое, сейчас все начнут, я уже выхожу на открытую местность, все начнут сейчас смотреть, что тут девушка снимает, тоже не понимает этого всего. Потом с вами еще свяжусь, пока. Блин, сзади меня, походу, дело что-то шуршит, я не знаю, что. Мне это не нравится. Смотрите, какая красота. Я не знаю, это видно будет на компьютере или нет. Смотрите, как красиво свет падает. Вообще здорово просто. Какая красота, как в сказке. У меня сейчас вообще на экране реально как в сказке. Вот этот вот зеленый луч, ну, он прям реально зеленая трава такая, прям ярко-салатовая. Конечно, в реальности это больше в желтизну уходит, но, блин, вообще красиво. Какая у нас красота! Чисто поле зеленое. И муж мой благоверный идет по чисту полю. Мы с Сережкой сегодня выбрались погулять по полю, посмотреть местность. Мы здесь первый раз. Вот, но это не так далеко от нашего дома, буквально 1.5 километра. Но здесь чистенько, нет никого. Недалеко, конечно, трасса гудит, может, услышать. Но вообще чистота и красота. Смотрите, как солнце подсвечивает траву. Офигенно просто. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравился мой влог, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии. И будем с вами еще гулять. Я пошла.